Флаг России – один из трех символов государства. Флаг России – это отражение летописи нашей страны, единство народов и гордость за свою державу. Пели, танцевали, читали стихи. Уже 30 лет в России 22 августа отмечают День флага. Сегодня на территории Хостинского района, так же, как и на территории всего большого города Сочи, проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Дню государственного флага Российской Федерации. Это и спортивные мероприятия, развлекательные и патриотической направленности. Также, пользуясь случаем, хочу поздравить всех гостей, жителей нашего замечательного города, нашего района Хостинского с Днем государственного флага Российской Федерации. Все присутствующие привязали ленты с изображением триколора. Взрослые и дети с гордостью держали флаги России. В этот момент ученик 5-й гимназии и ученица 3-го лицея провели торжественное поднятие флага. Официальные мероприятия в Хостинском районе устраивают каждый год. Это в первую очередь важно для воспитания будущих поколений. Для наших подростков, для детей, акт патриотизма такого, это воспитательная такая. Вот сейчас это очень важно. Поднять престиж флага, престиж России, престиж страны в глазах детей, подростков. Солисты Черноморского ансамбля «Песни и пляски» исполняли песни, посвященные нашей родине. Наш коллектив выступает на таких мероприятиях, и я очень рад, что мы даем такие концерты, поднимаем настроение нашим гостям, нашим жителям города-курорта Сочи. Всех с праздником! 22 августа торжественные церемонии поднятия флага прошли во всех районах города. В Центральном – на площади флага. В Адлерском районе флаг подняли на площади у памятника землякам, погибших в годы Великой Отечественной войны. А в Лазаревском – на площади у Центра национальных культур имени Мазлумяна. Флаги подняли во всех сельских населенных пунктах. Торжественное поднятие государственного флага России прошло во всех 11 сельских округах. Юлия Жукова, Дмитрий Петри. Время новостей.